her name? What's her name? Miss White Cocaine. She keep me up all night. Did it? It's like, what's her name? What's her name? Fish. You hate it when you're trying to steal somebody's whip and they resist. You throw tear gas in the machine and close the door. Oh my god. Well, if I can't have it, no one can. Now you're blind. Я, конечно, не знаю. Как по мне, это туповато. Ну блин, типа, мало того, что они добавляли сюда машины, которые не могут существовать. Так они еще и миссии с ними делают. Ну и что? Ну а то. Это контент. Контент среднего качества. Ухоженный. Тут наедине не делали, потому что у них не было додумок. Не знали, что сделать. Ну, так что сделать. О, кстати, еще испытания два делаются, все по порядку и верность. Это нам надо типа пройти, получается. Так, все по порядку и одним и тем же составом. Именно только вот это ограбление, да? Нет, можно на любом ограблении это делать. Чайку бы попить. А там же есть, получается, и для всех вместе ограбление. Да, так, это ГПМ называется. Настойки. Ну что, мы запускали? Да, сейчас. Так, так вот. Вроде запустил. Твоих костюм? Да. Ну да. А что, ты, походу, свой транспорт выбираешь? Ну, я выбираю свой транспорт. Готов жмите? Я Курому не могу взять. Ну, на моей поедешь, какая разница? Тут, наверное, нам все-таки дадут что-то, я так думаю. Не. Дадут оптовую цену на Делюкса. Для нас тоже или только для того, кто ходит? Ну, мы же все пройдем. Вам ачивку разве не дали? А, типа бункер нужно купить, чтобы дали ачивку. Да, они там тоже какие-то ачивки дают. Не после каждого этого. Так, да, РП дают. Да. Там синяя какая-то машинка еще рядом. А, нам до нее доехать, походу, нужно. Это типа на этом джипе мы должны были ехать, да? Где? Он бронированный или что? Да, он бронированный. Так, а нам куда? Кто-нибудь точку поставил? Давай. До Делюкса. Где она есть? Ага, у меня на карте появилась. Ага, поставил, да? Ага, у меня. Ну, меня тоже убрали. Чисто на пропал. Поставь еще раз. А, о. Она пропадает, короче. Ага. Он, походу, должен договорить, наверное. Скажите, когда приезжаешь. Все, договорил. Все, договорил. Хотя, не, она пропадает все равно. Забей, короче, надо ехать просто и все. Буду просто за вами ехать. Кто-то аж там сидит, Данил, тогда ты пассажиры? Нет. Да, да, да. Пассажир? Ты тогда... Направо, налево здесь? Нет. Направо. Ты давай, короче, это. Речи говори. Навигатор, блядь. Ой, я меня занесло. Может ставить метку постоянно? Через 100 метров? Да, метку ставь. Возьмите постоянно прямо. Просто. Метку ставь просто постоянно и все. Да, да, по-моему, так попроще. Во-во-во, вообще класс. Вообще кайф. Ой, меня заносит. Все.
приехали. Ладно, я на удар, короче. Че тебе так несет? Бля, неудобно ехать от третьего лица, пиздец. Больше кайф, блядь. Как только создал вообще кайф и машину, создал. Ёбушки, воробушки. Блин. Блять, ну почему вот это такая хрень, а? Че за баги? Лево. Право. Ну поставь точку. Лево, я ж тебе говорю, я навигатор. Да блять, навигатор, ты мы-то не с того, не с вами едем. Здесь где-то поворот, да. Да иди нахуй. Тут чисто прямо. Ты что, блядь? Какого хуя? Занесло на ровном месте. Гигантские курумы остались. Да, а ты со мной, что ли, был? Кайф. Наши с Максом цыган... Ты куда сел, Лёха? А на каждую нужно сесть, что ли? Это для Макса. А на каждую нужно сесть, что ли? Их тут три? А, вот, надо на четвертую еще сесть. А цветкой ты в чё... Ты во что покрасил? Не знаю, мы в хромированную вроде покрасили с ним. А, вот, три цыганские. А что делать? Не знаю. 4, наверное, доставить куда-то. А, нам надо 3 раза. Я на бейду. Чтобы выбрать другое оружие на транспорте. Ага. Ах, не надо. Я за кем-то еду, короче. Поехали толпой на Б. За зелененьким, да, это я. Да, поехали. А чё, у тебя хпшки уже нету? Ага, вот, пулемет, ракета. У кого пулемет? Ну, на машине стоит. Хуя? Хуя? Ракета без наведения, что? Охуеть. А как стрелять? Да, и на райт клик. Ого. Неплохо. А ракеты? Ебать, толрот. Аккуратнее, в общем. А летать? Так, куда нам там? На точку Б? Взлывайтесь. Это обычные ракеты. Нам на разные точки. Хуя. На поехали. Зачем на разные? На одну поехали. Профессор. Ну вот, возможно, после этого. Да ядрить. А чё все точки, короче, пропали? Как это все делать? Так ладно, давайте тогда разделимся по точкам. Не знаю, я за тобой еду, короче. У меня навигации нет. На Д поехать. Блять. Да, я за кем-то уцепился, короче, за кем-то еду. За зелененьким. Да ёкарный бабай, ну как его преследовать? Блять. Ребят, давайте толпой поедем просто. Поехали толпой сначала на одну, потом на вторую, потом на третью, на четвертую. Быстро сделаем и будем конец. Соло игроки, блин, которые в пати заходят по шпиле. Ага. Поехали на точке, блять. В смысле перепродолжить? Перезапуск. Нажимайте. Я ничего не трогаю, короче. Само перезапустится. А, само, но иногда не перезапустится. Если никто не жмет на перезапуск, то он как бы выкидывает. А там по своим же нельзя вроде дамажить, да? На миссии. Но из машин. Дамажится? Такое себе. Что-то долго грузит. Ну, меня вообще, по-моему, выкинуло куда-то. Блять, опять ехать теперь? Здесь.
Теперь опять понимаю. Нужно ехать, походу. А, блин, иммунизацию, да, допустим. А, я могу... Нажал перепуск. Я не нажал, я ничего не нажимал. Там надо, по-моему, чтобы большинство проголосовало за перезапуск, чтобы перезапустить последний компонент. Сучок. Это позор. Понимаю. Да, он мне, короче, эту, ну, опять на машину прицепил, понял? Придурок. Хуйню. Конечно, взорвал, бля. Да, не взорвал бы, блядь, потом бы взорвал, нахуй. Ну, конечно, знаешь. Отъехал бы. Никто не знает, когда ты взорвешь, а когда ты. Да, каждый день. Ехай хуйней страдать. Так, а куда ехать-то? А? О, бля, я выпрыгнул нечаянно. Будет взрывать или не будет? Чего? Ну, так, блин, сечки, будет он взрывать или нет? От настроения зависит. А-а-а. Не всегда взрывает. Так, точку надо поставить. И машина эта. Пиздец. Кто это? Шу, блин. На, в тыкву. Ты накидал в стиле, да? Какой-то класс тогда. Правильно, это пора? Не, в принципе, неплохо, кстати, на этом геймпаде управлять машинкой. Эх, сука. А чё за... А, типа галочка красная, там типа какое-то мероприятие, да, проходит? Да нет. Там, короче, красная зона, и там типа галочка зеленая. О, это бандитская перестрелка. А, типа игроки собираются друг друга хуярить, да? А, нет, нет. Сюда, ботами. И, а из зеленой галочки означает, что ты её уже прошёл. Попал? Ну, нет. Еще какой-то крест. Типа в щите. Мазон какой-то странный играет. Понимаю. Понимали, но перестрел в больницу. Я бы не потом активировал. Ну, и нет, мы все с вами. Я понял, это война. Это где? Ну, блин, у меня какая-то банка. Блин, а чё? За то, что типа мы в этом мотоклубе, нам дополнительную репутацию бабки будут давать или нет? За эти задания он вот. Не-не-не, за эти задания он точно. Мне кажется, везде должны давать, не? Мне кажется, везде должны вроде давать, не? Нет. Да ну как ты мне на своем жизни. Бля, я же могу вроде тпкнуться, нет? Типа туда. Да, возродиться там. Ну это если только перезаходить, все. А, это да. Подожди, а там разве нельзя перемещаться? А, нет, там. Лёха, давай дуэль. Это где? Давай на холодном оружии. Давай. Давай, на холодном оружии. Давай на нормальном оружии. Да нет, давай на холодном. Вон, что это выбирает? На снайперку. Давайте, снайпер. Давайте на клюшках, короче, как в прошлый раз. Да, давай на клюшках, по-мужицки. Вот, у меня она есть. Да, она у всех, мне кажется, есть. В гольф-клубе забираешь и все. Ты в гольф-клубе никогда не был? В
Можем на лома. Ну, давай на бутылках. Давай на бутылках. Что за бутылки, я... блять? Давайте, я судить буду. Давай, потом ставим на лома. Стой. Куда вы уже пиздитесь? Тихо. Разошлись. Один сюда. Вот сюда вот. Другой. Ты на кого лезешь? Я понял. Тем более. Все, Саня, предлагаю объединиться сейчас. Надеюсь, я это... Объединиться, видите, да? Да. Ну вот, не получится. Слабый. Слабый. Понимаю. Тупо ебать скрысил. Опа, давай. Да. Ну ничего, что я ест? 375? Давай, чисто на снайперках, если не слабо. Ты, кстати, не знаешь, что... Расстрелку юзай только лошпеки. Понимаю, меня вообще мусора, блять, убили какие-то. Ну это нормально. Это херово. Ну что это, блять? Так, ребят, толпой едем, окей? Куда едем? Ну да, едем толпой. Все, мы собрались. Сложно, без подобрано. Уровень брать. 400. Бля, надо броники всякие пойти купить у этого пиздюка. А как ты ехал, кстати? А в оружейном шкафу можно бронежилеты покупать, нет? Можно. Надо купить себе оружие. А подожди, здесь вроде... А на базе есть он оружейный? Вроде на базе где-то есть. А что это мы какие-то это? Там вроде стиль можно поменять, не? Не, Лев, тебе больше тат шел костюм. Это такое себе. Блин, берет всем видео. Я бы не сказал, там усы прям самое то смотрелись. Блин, а Рустам еще на мои усы, блин. Не, так стрёмно, конечно. А в плаще вообще какой-то извращуга непонятный, надо бежать сразу. Если Лёха подойдет, это смотрится, как будто какой-то педофил подошел. Понятно. Смотри, мы сейчас подуэлимся по пизде. Ребят, давайте на одной тачке, короче. Какой бронированный? Какой бронированный? Ну, а чё это херня бронировала? А чё, кто это такой побежал? Собственно, синий какой-то. А, ты имеешь в виду на чёрный хочешь? Ну, поехали на чёрный. А, слушай, она бронированная? Ну-ка, подожди, стой. У неё стёкла как минимум бронированные. Подожди. Выдерживает 15 попаданий. А такую купить можно же, да? Даже царапинку. Давай, садись. Можешь такую купить, да? Чё? Или нет? Купить, говорю, такую можно? Она как Курума, что ли? Да, или нет? Купить такую можно. Лучше нет, это не как Курума. Хуже? О, окно, минус окно. Инсургент там и топ, типа. Минус окно. Ага, кто сказал, что инсургент там и топ на аграбах? Кто сказал, что инсургент самый топ на аграбах?
А что вот по-твоему самый хороший? А, тебе это нужно ставить, я забыл, сейчас буду ставить Курума. Чем она лучше инфрагента? Йоу. Самый лучший буллетпруф. Ты в нее заходишь, и тебя никто не пробивает с обычного оружия. Так, а в инсургенте что, будут пробивать? Да, в инсургенте там, блядь... Ладно, я пойду покурю пока. Там не окна, блядь, там телевизоры. Почему тупо... А чтобы поставить на него бронеплиты, нужны разработки в бункере. Да и то боковые бронеплиты, они бесполезны, это так, чисто текстурка. А, понимаю, уже две двери выломали. Неплохо едем. Ракет. Что-то неплохо едем. Лёх, ты что ли кондиционер включил? Да, да, думаю, жарковато. Что за кондиционер? А, по ногам дует. Ну, а сейчас, кстати, вроде нормально, видишь, не сбивается. Кто сбился, блядь? В смысле? Опять сбилось. Слушай, а что там за точка какая-то, заметка стоит рядом с машинами? Это что такое? Не знаю. На карте какая-то заметка стоит рядом с машинами. Прям заметка. Вот... Точка стоит рядом с машинами. Не-не-не, заметка прям написана. Такая типа какая-то... не галочка, а, блядь, как, сука... Ну как в картах, знаешь? Открываешь, там такие хуевины всплывают, типа ресторан или еще что-нибудь такое. А там типа заметка какая-то. Да, там ничего нет. А, ну это значит чисто моя какая-то. Надо съездить, посмотреть, что за хуйня. А так и не ответили, думаю, просто кто за рулем? Лёх. Лёха на пассажирском сидит. Где? Он кондиционер включил. Не, он за рулем, Лёха. Он же предложил. В смысле Лёха? Какой Лёха? Лёха за рулем. А, Лёха за рулем, ясно. Ему никакую баранку не взяли. Да, мы там вообще говно отправляем. Курума бы взял, бы доехали. Ну, хотел посмотреть, попробовать, как она. С первой горы упала, разболилась, минус все двери, минус капот. Ну, короче, не будем покупать, да, я хуйня? Не, говно, не совет. Лёха у нас потрошитель машин, молодец. Мы доедем, она не дымится там, надеюсь. Она тупо не управляет. Она не дымится, там все нормально, я просто в карте сижу. Нормально. Там уже все горит, но у Лёхи все под контролем. Пытается еще что-то боком наводить. Почти доехал. Да не, это... Лёха, доедь один километр спокойно, пожалуйста. Тупо. Даже не может подвинуть машину, которая легче. Такое. А вот инсургент, кстати. Потому что веса нету, понимаешь? Едешь на инсургенте, и тупо тебе пофиг вообще, кто там едет. Да, все потом тебя какой-нибудь дурачок ЦМО патронами прошивает. Не пробьет, не знаю. Если не пробьет, блядь. Пробьет. У тебя есть инсургент или патрон? А может, и то, и другое? Давай проверим. У меня купишь, проверим. Патронов нет, у меня бункера нет. А инсургент есть? Инсургента нет. Ну, бункер есть, есть, задание сделаем, короче, ты купишь инсургент, и мы постреляем патронами по тебе. Блин, на изич, Лёх. Мы сейчас просто поедем, типа... Не-не-не, мы ждем. Я тут. Как бы я вот сяду просто. Да, Саня ушел. Покурить. Я сейчас вид поменяю, чтобы сверху тоже. Сейчас. Как стрелять? А, вот стрелять, вот. Неудобно стрелять тоже. А менять патроны. Ага, да, пулемет. Давай сиджай свою зелененькую. Ракета без наведения. Не убей! А, сорян. И убить может. Она по вам тоже наводится, да? Надо пулемет туда взять. Давайте на сразу ракеты. На Б дуем. Сейчас, блять, сука, я вышел вообще из машины. Стой, давайте подождем, Макс. Да, подождите, ребят, я из машины вышел. У меня дверь не закрывается. Через М, да? Нифига.
Берите тогда, я не знаю, пулемет что ли. Стой. Давай. Я не оторву еще от праздника. И то это. Блядь, мне кажется, мы ракетами сами себя убьем просто. А грузовик попробуй. Это не снести. О, все, закрылось. Давайте на Б едем. Чем ракетами стреляем? Ну я просто говорю, что если ракетами, мы можем, мне кажется, себя ёбнуть, а не с наведением. Не с наведением, типа. Тогда выбирай без наведения. Блять, не знаю, как то там. Ну да, сейчас. Ну, без наведения, я, мне кажется, ты тоже можешь ёбнуть. Хуизно. Я по ребят взял, короче. По людей, по людям стрелять, потому что ракеты тяжелее. Пулемет оставлю себя, а вы там сами. Первая точка. Он ловим Б. Вон, едет какая-то хрень. Грузовик, что ли? Блять, кто там поехал? Их вроде не надо валить. Нет? Подъехать и открыть ракету. А, за ними ехать надо. Да ёб... Который впереди едет или который сзади? Сзади который, да? Да. Блять. Они стреляют, слушай. Ты что, дурак снова? Нет, вроде. Живой? А я не могу его этого дурака убить, понял? Он что-то как-то не наводит свой пулемет. Да, сюда. Да я отъеду, да, короче. Нет. Подожди, я отъеду. Сука. Все, стреляй. А? Че? А вы зачем? Бля. Цель уничтожить. Нельзя уничтожить. Надо выходить, короче, понял? Надо выходить. Так уже лучше. Надо было выходить. Кто это взорвал? Нажми. На что нажать? Не знаю. Запуск. А, ну что-то нажалось, походу, я ничего не нажимал. Кто додумался шмальнуть ракетой? Мы думаем, что Макс говорит, что-то я не могу убить, я такой сейчас могу. Надо выходить, короче, из машины. А обязательно на этих? Может, на одной поедем? Или на двух? Не, мы уже приехали. Надо обязательно на всех. А, ну тогда ладно. Тогда из этих, из оружия будем ебашить просто их. Мы входим туда с оружия, их снимаем и взламываем. Слушай, а можно и этого убить же, как оно называется? Надо снимать, надо на машине подъехать и взламывать. Подожди, стой, тормози. Подожди. Команда должна быть в Deluxe. Да? Да, ладно. Да. Подожди, стой. Подожди, стой. Ирасия. Еще раз. Стой. Все, нормально. Садитесь в одну машину, короче, двое, и будете просто с пулеметов. Вы не с пулеметов, а с этого, с оружия снимать, короче. Да, я, конечно, не знаю, но а потом-то, может, нам больше машин пригодится? Не, потом мы заберем. Вы здесь оставьте просто, рядышком, а потом заберем просто. Думаешь, мы за ними будем ехать? Ну, доедем и заберем и отвезем на базу, если их нужно будет завести. Садись. Обратно вернись, машину там же поставьте просто, где... Нет, там все надо будет отбуксировать. Ну вот, я говорю, здесь поставьте, вон там сзади. Перетащить на этот... Ребят, вернитесь, сзади поставьте машину, там же, где моя, а потом мы заберем их. Лёх, иди забери его. Чего вы мозги ебете, какая нахуй разница? Потом вернемся сюда, заберем машину. Ну просто не знаю, типа будет... Так просто будет проще снимать этих, водил. Понял, там мы просто будем стрелять по ним и все убивать. Да. Я про это говорю. Ну да, так значительно удобнее будет. Ну, конечно, я по это и говорю. Так, а вы мозги ебете. Поехали на Б, я не знаю. Или ну вы давайте на Б. Вот, на поставили, езжайте. Не, толпой поехали. Ну нахуй. Да, мы можем. Ну вот точку поставили, поехали. Разобраться. Поехали толпой. Мы же можем их отстрелять. А, время у нас 18 минут. Все-таки езжать, наверное, на Б тогда. Не, давайте вы тогда Д и Б, того, что они рядом, а мы на С, давай. Окей, давай. Давай. Время 18 минут просто. Я не видел, что тут время. Ну, да, она ей прямо езжай просто. Прямо и налево. Еще прямо налево. Ага, здесь. Координатор Феттарали. Ага. Я не могу переставить свой. Все. Ну тут ты видишь, что направо. По прямой едь. Не, хорошо, надо рядом с ней взять, да, и взломать. Взломайте цель. Нормально. Сука. Что тут? Подожди. Бронированный, блядь. Вот так. Куда? Я могу вот так вот спрятаться.
Давай его все-таки ебнем, не знаю. Давай, давай. Я вижу, тебе хочется. Дадой в пукалку, сейчас будем отстрелять. Сука! Он меня убил. Нет. Убили? Да, он меня снял, короче, прикинь. А. Блин, надо было с винтовой просто ехать. Понимаю. Понимаю. Близко слишком. Близко слишком не подъезжает. Так сначала он откроет, мы его ебнем, потом подъедешь туда. Ты его просто бы к бочине прижался бы. Ну а там типа можно так в бочине? Он взламывается? Ты видишь, да, что взлом идет? Да, он взламывает, конечно же. А, ну тогда давай так. Не обязательно гасить. В бочине подстраиваться трудно. Угу. Да не, не так трудно. Там сильно плоский грузовик. Вот это у меня эмочка. С пулеметиком в шапочке. Тогда если просто подъезжать, тогда давайте на разных, похуй вообще. У Лёхи летающий пистолет. Да, летающий пистолет, Лёх, у тебя, кстати. Тогда на разные садитесь, сразу подъедем, если будем стрелять, и все. Что мне на эту машину затриггерилось? Главное максимально аккуратно. А вы сели на одну или что? Не, мы на разные сели. По парам. А. Ну мы типа стрелять не будем. Понимаю. Да, Данил, не так поехал, не так. А зачем? У меня С есть. А, на С. Нам же ну, да, убивать их. Нет, блять! На восьмерочку. Задел все-таки. Просто мне кажется, две тогда будет быстрее взламываться, если мы вот так вот будем подстраиваться под эту хуйню. Да? Я пошел. А можно его застопорить, типа, чтобы он остановился? Вот так вот. О, он все застрял. Он застрял, короче. А у меня не взламывает. А как взламывать? На какую-то кнопку нужно нажимать? А? 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 Нет, взлом идет, А. Я просто не вижу, у меня не отображается. Выстрелить из выбранного оружия. Офигеть, тебя меня убили. Блин, жестко. А, он, они прям, да, они прям снимают, прям четко. Ты его обгоняй тоже и впереди, это, перед ним прям становись, чтобы он не мог это. С другой стороны зажимай его. Блин, мы его уже обокрали, надо было просто его уже ракетой подорвать и все. А его нужно было взорвать потом? Да, после того, как взламываешь, надо их подрывать. А, ну ты, короче, говори, когда, чтобы я отъехал, и ты тогда взорвешь. Дальше там тогда держись, я не знаю. Или как по ситуации, если, допустим, ты его за это, ну, понял, застопоришь, тогда я взрываю, или ты наоборот, короче. Да, тоже, если что, предупреждаю. Чтоб я отъехать там успел. Бля, Лёха с летающим пистолетом. Сука. Бля, я заскринил. Стой, повернись, Лёха, повернись. Стой. Сейчас заскринил, блядь. Сейчас, чтоб прям еще прям вообще видно было вот так вот, короче. Это потом можно стоять за укрытием, он будет летать. Потом скину тебе. Потом тебе скину. Да, мы еще задание, короче, не закончим. Подыхаем тут. А, ты делаешь, я... Так. Без смертей проходим, короче. Без перезапуска, кстати. Мы ГПМ проходим. Я ничего не понимаю, но очень. Короче, знаю то, что мы ГПМ проходим, и это надолго. Ты знаешь, что это получается, что мы платные. Сань, ты едешь? Прикол. Так я вот в ВТ уже. Там на С сначала? А, ты не на ту, что ли, поехал? Я на Б поехал. На ту, на которую в прошлый раз. Блять. Хуёво. Я, короче, взламываю. Ничего страшного, ты можешь и в соло захватить. Блять, они что-то, сука, не стопорятся теперь. Ладно, валим. Блять. И все. Ёбну. Хера может просто водилу убить. Все, мы изи, типа. Там ног взломали. Водилу убили, да? Изи, парни. Да, убили водилу. А, молодцы. Я походу это. От меня удирают. Ракетами стреляйте из машины. Друг друга не ебните. Ну, а Макс, это ты там на Б, да? Ты там справишься? Нахуй его знает. Поехали на А. Ну уже воруешь там на H нажимаешь, короче, телефончик. На какую H? Я не знаю, на какую нажимать, у меня на геймпаде. Понял, еще подъеду спасать. Так ты подъедь и посмотри, там будет. А, на эту, типа, блять, на задание. Которое все, вижу теперь на это, на чё.
Так главное сейчас слиться, там очень меткий парень сидит. Да, 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 он меня уже тоже дошмалял. Ты сбоку подходите, водилу вырубайте. Сейчас стараюсь его еще погнать. Вот, зашел. Взламываешь. А. Сейчас, 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 с другой стороны зажму. Все. Уродни только, чтобы он тебя не... Блядь, нет, 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 сука! Не-не-не-не-не-не-не. Чуть не убил, блядь. Чуть не убил. Застопорил? Тоха, готовься там сразу. Блять, ты взрываешь? Ты джип? Да, 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 ты взрываешь, взрывай. Вон, 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 вон. Уже готово, блядь. А, готово? Пережил взрыв. Ты говоришь, что ты взрываешь. Подожди, не достаю до него, тупается. А не надо доставать. Все, вообще по красоте. Сломаем и подрывем. Привет, бой. А там это двое уже получил. Ну, тренинг. Ты что тормозишь? Тебя ждала. Ждите, пока Сик найдет машину. Слушай, ну идите свою, забирайте тогда. А, вот еще новую. А что, она пойдет? Едет нахрен. Что, почему они в воде? Ну, а может нам взлетать пора? Вот сейчас будем на подушке. Какой подушки? Вон. Подушки. Ебать, охуел? Так, палец, куда ехать? Пока... Нормас. Yes. Как и было задумано. Yes. Ничего не шаришь. Мы тогда БРА возьмем. Поехали, бы. А чё, блять, опять этот ушел, как он называется? Ты меня там не тарань сзади. Убивай там сразу водилу какого-нибудь. Там стрелка. Вот убрать бы пулемет вот этот, который стрёмный, и можно было бы водилу. Вон там цели. Можно было бы водилу бы ёбнуть. А, он еще жив. И вот этот черт еще жив. Ну нет. Они умирать собираются? Я почему не взлетаю? Чтобы войти в режим. О, я взлетел. А как лететь вверх? Никак еще. Блять, только... Только... уебать. Такой режим, что типа, что? Парящий. Что у нас там ближайший? Мне почему-то не надо. Он хочет взлететь. Он не взлетает, походу. Мне тоже потому не взлетает. Потому что недоступна такая функция. Ну, у вас сейчас просто будет на 2 бы. Сейчас вот это взломаем и будет уже. О, я перевернулся случайно. А когда переворачиваешься, типа сломается эта хуйня. Целюсь, кто-то ровно держит. Сразу в шишку. Слушай, ну блять, дай я к тебе сяду, ну его нахуй. Давай их так тоже снимем. Да, это видео. Сейчас я назад отъеду. Чуть-чуть заеду к тебе. Все. Здесь сюда потом просто меня завезешь, да и все. Тормози. Не дерна. Давай надо на воду сейчас прыгнуть. Угу. Интересно, мы пройдем все эти вот три. Пройдем. Должны. Красиво. Еще ближайшие. Да. Но это уже их, это надо через. Слушай, это уже и 4 километра. Одного убил. О, вроде. А что там за самолет стоит, блин? Давай-ка, ну. Нет, не, он живой еще. А, вон, а так, так мы его взламывать будем. Не, не убивай так его. Мне еще надо. Ну а челика-то можно убить, урод? Да, их можно. А, убить челика, да. Я не говорю. Сука, ты что-то живучий-то такой. Патроны кончатся. Все, убил. Взорвал, да? Поехали дальше.
как же круто он был. Американские горки. Я бы все хотел такой же раскрасочку. Всех по всем там убивал. Если не знаю, потом заедем. Да. За азом. Стрелит цыганский дрифт. Цыганский дрифт? Такое существует? Одного убил. Есть дрифт, есть цыганский. О, они. Буду знать, как это. Че там парни? Вы уже все заходили? Ну да. Да сука, умри уже. Так главное мне сейчас X не нажать. Он уезжает, уезжает, уезжает. А, все. О. Сидушку тут поднять. Так, теперь что? Ладно, последний источник находится в Малс. Пройдите туда и ждите. Это типа всем нужно? Это уже доставлять машины или что? Или нет? Нет, это еще не доставлять машины. А как ты поднимешься? Можно доплыть типа? Плыви, плыви. Да налево просто плыви. Не-не-не, не сюда. Да не сюда ты едешь. Че ты куда ты едешь? Налево я просто думал, плыви. Теперь направо, да. Да, вот туда, 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 ага. Туда. А прикольная машина. Блин, мне она начинает нравиться. Хотя мне, конечно, бомбит, что такое добавляет в игру, но... Нам просто, а походу, подъехать нужно туда и... Либо вот тут пляж, наверное, будет, нет? О, только... кайф. Она же под ногой. Мылые райдеры. Не, да, мне кажется, не получится тут заехать. Давай поехали лучше направо туда, да? А, вот нам сюда, да, кстати. Лёха, у нас машина лоурайдер. Ой, я-то, блядь, заехал. Ты в этом прокачивал, так его за них-то, блин. Да, у Бенни прокачивал. Да, да, да. Неплохо так заехал на эту хуйню. Говоришь, что получится. А чё, через забор тут не проедешь? Такой, что ли, бронированный? Железобетонный. Не, тут-то зря поехал. Там же можно вроде напрямую через этот, нет? Можешь с эстакады соскочить. Да не, я думал прилететь. Как ты прилетишь? Еще не активировали. А, на мост ты сидишь. Там нельзя было просто проехать, типа, по кругу вон там? Обязательно на мост? Нарезаем пятаки. Отсюда к ним нельзя, да? Дин, через дин. Вот эту. Отсюда вот не получится, да? Типа закрыто. Ну блин, парни. Чё вы там плутаете? Туда-сюда ездите уже. А тут такие развилки, бля. Какие просыши. Навигатор ещё ведёт куда-то через жопу в Африку. Лёха, скажешь, когда голова закружится? Да самолет нам точно нельзя будет это сбивать, походу. О, какие чуваки побежали. Я думал, это уже наш. Че, давайте самолету колеса прострелим и все. О, блять, уже летает, нахуй. Можно ему движок прострелить, типа? Не надо? Ну ладно. Нажмите X, чтобы войти в режим полета. Входите в полете, нажмите левый контур. Понял? А прессануть его можно, типа вниз, типа не взлетай? Прессануть его нельзя. Русский самолет, кстати, видели? Да, видели. Антон, кстати. Там поднимут его, да? О нем Антоха в школу летает. Знаете, как много Эйвон платит за... Чё? Эйвон? Бедри, кастрюля поворачивает. А чё, выше нельзя, да? А, ты...
Ты решил прям вот так вот? А сесть на него можно сверху? Попробуй. О, блять, сдувает. А на крыло если? На переднее крыло, не? Чуть выше чуток. Ага. Прикольно. Убивайте вертолеты. Пожалуйста. Садись. Ага. Сбивайте вертолеты. Сдувает? Мы взламываем, вы сбиваете. Блять. Ну Данил, только что ты делаешь? Держи нормально, ровно. Я и так держу. Ровнее. Вот сюда нужно было 4, кстати, взять машинки. Ну, хз. Вертолетики взрывать было поудобнее. Здесь, в принципе, не нужны такие. Вон Валькирия еще летает. Где? Под нами? Вот. Над нами. А мы не догоняем. Мы далеко. Все. Все, сбивай. Офигенная машина. Нифига мы подъедем. 700. Не, она, эти челик на ней летал, вроде она не стреляет. Говорит. Вчера мы позавчера мы с которым. Или когда вчера мы с ним играли. Позавчера вроде, да? Ну. Да не, это машина верняк стреляет. Просто... Нам сюда, короче. Ну, ты, может, её прокачивать с тобой? Не знаю. Бедрить. Кстати, вертолет держит 2-1 выстрел. Парни, а куда? Вы за ней до конца решили душить или что? Ну, за машиной, за другой. Вертолеты взорвали, все. Нам на точку? Да. Там две точки, да. Ну, на правую, которая. Высади меня тогда, вот за моей. Правая, которая. Уже не дается в этой машине. Правильно. Направо, правее бери. Правее. Еще правее. Это точка моя. Вы не туда летите, ребят. Вам наверх. Да. Нам выше. А тебе правее. Правее, не тут. Никуда ты едешь, просто направо и лети. Че, зачем тут? Ладно, лети, короче, летите туда, на ту, а мы туда наверх. А ты да, сюда лети. Раз прямо едешь. Пох. Они спят с груз, кстати, четко. Конец. Прикольно, что ее наклонять нельзя, как самолет. Вообще офигенно. Вообще, я так понимаю, она намного удобнее управление, чем самолет. Ну да. И безопаснее. Ну да. Остановка, Сир. Ваш Uber уехал. Да. А чё такая разбитая, парни? Чё вы сделали? Разбили. Ну это понятно, что делали. Ты сам захотел туда лететь. Да, я не скажу. Как там взлетать? X и Ctrl. Конь поднялся. Нам надежда высоко. А как спускаться? А, Shift. Да я что-то взорвал. На пристрой не летал. Не летал? Сон. Бля, я, короче, на этой хуйне, походу, не смогу, да, взлетать? Почему? А, во. Почему? Во. Я имею в виду на геймпаде. Все, нашел-ка. Как на обычном самолете, короче. Ну... Так же.
кажется. Интересно, я если сверху, короче. Ладно, не буду проверять. Прикольная миссия. А я говорю, она интересная. Блин, только за счет этих машин, если. Так, а что тебе еще? Ну, как минимум, второй раз встречаешь каргоплейн. Для тебя это первый раз. Ну да, ты у нас сюжетку не проходил? Да, оно нужно. Да, хорошо. Чтобы да, понять игру. Хорошо, понимаешь? Так, а нам на крышу, что ли, нужно залезть? Вопросы. А что вот так вот делается, если вот так? Это о чем это? Ну то, что у тебя вопросы постоянно. Ну какие, да? А, тут типа ездить уже нельзя, да? То есть ты тут будет, если вот это сделать с вот этим? И вот это. Прилетел и посадил, типа. Давайте шустрее. А куда вы полетели? Нажмите правую кнопку мыши, парни. Ой, нет, спасибо. А что там на правую кнопку мыши? А, на правую кнопку. Окей, окей, we got the cars. Job well done, folks. Все, что ли? Только я вышел из Делюкса, все подготовительное задание уже есть. Скинь мне бронзу, я не понял. Геральди и платина. Я главное взламывал. Держал контроль. Больше челиков убивал. Этот максимум только ботов отстреливал, то через пень-колоду. Тебя хоть один, хоть ранил? Да, меня ранили. Твои проблемы. Это твои проблемы, ты чего меня не защищал, я не понял. Эх, бесполезный. Ну, сейчас опять полдня загрузка будет. Можно чаю заварить. Ну, что-то так долго. Вот почему в машинах нельзя высовываться, как Сан Андрес? Типа взял, высунулся. Поймал ёлку и сдох. Сел на окно, да. Дверную карту. Прикольно, что могли туда. Прикольная механика была бы. И скоро мы в щелочку влазишь, короче, валяешь. Причем только руки влазят. Блин, тут есть машина такая, это... Типа 20 века начала. И там типа можно на борт стоять, как мафиоз. И отстрелять. Ну блин, да. Это ж супер уязвимый. На такой фигне. Угу, спасибо, разобрался уже. Ну что там? Чё так долго? Все не отдыхают. Еще загрузка. О, тут дождит.
Ну, не